19 мая исполняется 100 лет пионерской организации в России. И вот еще одна история. Идея о создании детской организации была сформулирована Надеждой Крупской в 1921 году. Позднее педагог и общественный деятель Иннокентий Жуков предложил для новой организации название «Пионерия». В 1923 году комсомольцами трикотажно-чулочной фабрики «Красное знамя» был организован первый в Петрограде пионерский отряд и осуществлен первый набор пионеров из детей и рабочих. Во время Великой Отечественной войны пионеры стремились во всем помогать взрослым в борьбе с врагом, как на фронте, так и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье. За боевые заслуги десятки тысяч пионеров были награждены орденами и медалями, а четверо пионеров удостоены звания Героя Советского Союза – Леня Голиков, Зина Портнова, Марат Козей и Валя Котик.